Всем самое доброе утро, мои хорошие. Сколько есть прекрасного, помимо ремонта. Мы с Бунечкой приехали в клинику. По смс-очке. Нам же таблеточку надо. Таблеточку, Бунечка, сы. Буня грязный, я вся грязная от него. Зайчику таблеточка нужна. Да, каждые 3 месяца. Там такая собака красивая. Сейчас я вам покажу. Белобеленькая, это она на картинках Цезаря, по-моему. Смотрите, чудо, юта, какое хорошенькое. Ой, какой красивый, какой красивый. Hello. Из Йоркшира, сыну. Вести. Very beautiful. Do you look same? Ой, красивый ты какой! Папа, пану же в кумере, паскаму люда малюшки. Хороший! Всякие разные собачки из них. Наконец-то голову хоть вымыла. С мокрой головой, а мне я не знаю, где мой фен. А там операцию собачки делают. Какую породу собак, я так и не расслышала. Но мне так они нравятся. Это же не на рекламах Цезаря. Садись, зайчик, садись. Мы на одном стульчике поместим. Тут только что вывели собачку. Ей делали, наверное, или ему. Или ей. Не знаю. Вот это, знаете, собачья радость, ошейник. Что такое прям пластик вокруг него, боже, какая-то так несуразно смотрит. Боишься, ложись со мной. Ложись на платьюшки, конечно, ложись на платьюшки. Мне достаточно грязно. Нам только таблеточку всунуть, нам быстро. Только таблеточку, не бойся. Слово «не бойся» на него действует наоборот. А по-моему, на всех оно так действует. Я обожаю эту ветеринарную клинику. Там наверху отель для животных. Они в воскресенье работают. Я так думаю, если ургентно, то можно и ночью, наверное, позвонить. Да не дай бог, чтобы оно пригодилось, конечно. Садись, грязный мальчик. Садись. Лапоньки беленькие. Ты мой сладкий. Хрипит этот, как его, Шарпей, по-моему. Он тоже чудо на руках какой. У меня есть щеночки. Ой, как я люблю собак.